Олимпиада по ментальной арифметике проходит в области впервые. Организаторами мероприятия стали учебный центр Бельге и областной филиал партии Жасутан. По словам директора учебного центра, огромную поддержку в организации и проведении мероприятия оказали Министерство образования и Южно-Казахстанский университет дружбы народов. Сегодня мы организовали Олимпиаду, в котором приняли участие более 500 учащихся. Задание для участников состоит из двух уровней. Хотим напомнить, наш учебный центр Бельге проводит обучение бесплатно как социальный проект. А также обучение мы проводим по международным стандартам. Сегодня совместно с учебным центром Бельге организовали один интеллектуальную олимпиаду среди учащихся в возрасте от 4 до 16 лет. Молодое крыло Жасутан всегда оказывает поддержку на начинании для молодого поколения. Нурсулу Амандыкова, мать ученика 2 класса, приехала на Олимпиаду из Сарагашского района. По словам мамы, ее ребенок очень любит ментальную арифметику и стремится не пропускать ни одного из занятий. Преподаватели школы уже отмечают улучшение успеваемости школьника с начала посещения курсов. Эффект от ментальной арифметики положительный. Мой ребенок в данный момент больше времени уделяет дополнительным занятиям, нежели игре. Все преподаватели заметили продвижение. Из более чем 500 учеников школ области, принявших участие в Олимпиаде по ментальной арифметике, для участия в Республиканской Олимпиаде прошли отбор 10 школьников, показавшие лучшие знания. Преподаватели учебного центра уверены, что их учащиеся вернутся с Республиканской Олимпиады с высокими достижениями. Азамат Азат, Ерлан Биксаидов, Нар Ньюс, Шымкент.